Можно мне хуй побольше, пожалуйста? Пожалуйста, мне дайте хуй побольше! Ребята! Ребята, дайте мне хуй побольше! У меня маленький хуй! Ребят, ну пожалуйста! Вот, вот он я появился, вот у меня и хуй появился, да. Доброй вам ноченьки! Вот это называется клавиша нажимания, блядь. Нажал клавишу, и все было, стало хорошо. Антон, скажи, как ты тут оказался вообще? Я пришел ногой своей, второй помогал идти. И вот я здесь, в чудном месте. 9 футов. Багрок, 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 багрок! Будь собой. Наши будут играть. Ага, давай. Да. Ты, как всегда, спешишь. Вполне похоже. Как всегда спешишь. А мы с чем повели. Извини, что я ты умный, я тебе говорю. Я был неправ, извини. А, тогда ты говорил, да? Выйди вон. Это Сюткин. Недорогая стою, но зато не продам. Я продолжаю свой поход, когда никто не продам. Значит, а что ты думаешь по поводу ажиотажа вокруг твоих усов? Да-да. Возникшего? Да, очень многие спрашивают, почему у меня такие усы. Стали. Но я решил вернуться в 80-е. Если вы видели 80-е, начало 90-х, порно, там были чуваки с такими усами. Ну, а, классика. Ты любишь ретро-порно? Я люблю классику. Классика. Классический рок такой, типа группу Мановар, какой-нибудь были такие штуки. Надо было ниже опустить. Группу Никельбэк. Ну и прочее. Детка? Или нет, детка? Разбрать.